Хуркан Андыч – молодой, талантливый и красивый актер из Турции, который покорил сердца телезрителей мужской ролью в телесериале «Сладкая месть». Хуркан Андыч появился на свет 4 апреля 1990 года в историческом городе Турции Стамбуле. По гороскопу Овен – общительный, самоуверенный, вспыльчивый и в то же время доброжелательный мужчина. Его папа турок, а мама имеет боснийские корни. Хуркан – средний ребенок в семье и имеет 2 братьев. Его отец – финансовый и административный директор. Он много времени проводил за границей, поэтому воспитанием мальчиков в основном занималась мать. Начальную школу и лицей парень окончил в провинциальном районе Стамбула – Аташехире. Затем он решил получить высшее образование за границей и в 2007 году поступил в Киевский политехнический университет Украина. Сначала он посещал подготовительные языковые курсы, затем перевелся на экономический факультет. Здесь он проучился всего лишь год. Из-за несоответствия условий обучения он вернулся в Стамбул. Дальше он подал документы в университет Блиджи на факультет радио и телевидения, а в 2011-2012 году продолжил обучение на факультете визуальной коммуникации и дизайна в другом вузе, университете ЕДТП. После возвращения из Киева парень очень хотел играть на сцене театра, но его лучший друг посоветовал ему обратиться в модельные агентства для продвижения карьеры на телевидении. Поэтому свою творческую карьеру Андыч начал со съемок в различных рекламных роликах. Свою первую небольшую роль парня по имени Мерт он получил в турецком телесериале «Дневники колледжа» 2011 года. Также играл эпизодическую роль в сериале «Отчаянные домохозяйки» 2012 года. Здесь он сыграл молодого садовника по имени Левтер. После этого начал получать приглашения на более серьезные и главные роли в сериалах с его участием. 2011-2012 годы назвала я ее Фериха. В 2013 году вышел «Спасаясь от дождя». 2014 – «Сбежавшие невесты». 2015 – «Обиженные цветы». 2016 – «Сладкая месть». В 2017 Хуркан снялся в сериале «Мерьем и команда жениха». Рост актера около 190 см, а вес примерно 90 кг. Поддерживать тело в форме ему помогает спорт. 11 лет своей жизни он профессионально занимался баскетболом. Затем начал сниматься в кино, но любимый вид спорта пришлось бросить. Но иногда Хуркан любит в него поиграть. В одном из своих интервью Хуркан сознался, что теперь больше увлекается тайским боксом, а также серфингом. Молодой актер имеет странички в социальных сетях, Инстаграм и Твиттер. В 2016 году он получил награду за лучшую мужскую роль в телесериале «Сладкая месть». Во время съемок этого сериала он даже прошел курсы повара и теперь с удовольствием готовит у себя дома. Хуркан считает себя слишком эмоциональным человеком и терпеть не может ревность. Его любимые актеры Кейт Бланшетт и Натали Портман. Любимая книга «Меховая Мадонна» Себаттина Али. Молодой и обаятельный актер всегда был популярным среди женского пола. Он имел отношения с многими девушками, но после расставания с ними никому не давал второго шанса. Хуркану Андычу приписывали множество романов, преимущественно с актрисами очередного сериала, в котором он снимался. Но в настоящее время известно, что он не женат и детей у него нет. В 2014 году во время съемок картины «Сбежавшие невесты» наш герой был замечен в Джихангир вместе с актрисой Денис Байсал. Парочка мило держалась за руку, поэтому сеть взорвала новость об их бурном романе, но сами актеры вскоре опровергли все слухи. В 2016 году во время съемок телесериала «Сладкая месть»
Фуркану приписывали роман с актрисой Лейлой Лидией Тутуглу. Но как только сериал окончился, все поняли, что они всего лишь друзья и хорошие коллеги по работе. В 2017 году на экраны телевизоров вышел новый проект «Мерьем», и множество поклонников мгновенно заговорили о новых романтических отношениях между актрисой Айчой Айшин Туран и Фурканом Андычем. А все потому, что парочка появилась вместе на премьере новой картины «Команда жениха» с участием парня. Но большинство зрителей уверены, что это всего лишь хит-пиар продюсеров для продвижения телесериала. Многие турецкие издания утверждают, что Фуркан Андыч перестал прятаться от камер и наконец-то показал свою новую девушку обществу. Ей стала актриса Дилан Чечек Денис. Сначала влюбленные были замечены на мероприятии, которое было организовано для поддержки уличных животных. Журналистам удалось снять их поцелуй, и после этого оба сознались в своем романе. Затем, в январе 2018 года, они вместе были замечены в провинциальном районе Арнавут-Кёй в Стамбуле, где мило держались за руки, влюбленно смотрели друг другу в глаза и совсем не скрывали своих чувств. Но в ноябре 2018 года влюбленная парочка Фуркан Андыч и Дилан Чечек Денис приняли неожиданное решение. Они расстались. Примерно год были вместе. Летние месяцы провели в Америке и Бодруме, откуда делились романтическими фотографиями. Но неожиданно приняли решение поставить точку в своих отношениях. Их решение расстаться удивило даже близких друзей. Поговаривают, что пара сказала: «Больше не получается, так будет лучше для нас обоих». А уже в декабре того же года Фуркан Андыч был замечен в районе Нишанташи, выходящем из ресторана с новой девушкой. Андыч сказал журналистам, что они просто друзья, однако пара была замечена во время страстных поцелуев. Изучив фотографии Андыча с незнакомой девушкой, стало известно, кто эта прекрасная незнакомка. Новая девушка Фуркана Андыча Озге Озаджар, которая является близкой подругой Дилан Чечек Денис. Озге Озаджар и Дилан Чечек Денис играли вместе в сериале «Милые обманщицы». По слухам, Дилан давно ревновала Фуркана к Озге. Однако тот постоянно отнекивался, говоря, что ничего подобного нет. В начале 2019 года на телеканале Star TV вышел новый сериал под названием «Дети сестер» от продюсерской компании Goldfilm. Главные роли в сериале сыграли Афро Сарачоглу и Фуркан Андыч. В сериале «Дети сестер», в котором имеется потрясающая сюжетная линия и сильный кадровый состав сериала, Афро Сарачоглу исполнила роль Хаят, а Фуркан Андыч исполнил роль Вулкана. Сериал рассказывает о двух молодых людях из разных миров, которые встретились благодаря играм судьбы. Сериал «Дети сестер» очень повлиял на телезрителей, а также сильно понравился им. Но Фуркан Андыч с 13 серии покинул проект. После его ухода к сериалу присоединился Биркай Хардал. В июне 2019 года на телеканале Fox TV вышел новый сериал под названием «Повсюду ты». Главные роли сыграли Фуркан Андыч и Айбюке Кусат. В этом проекте Фуркан появился перед аудиторией телезрителей с неожиданным для всех персонажем. В новом амбициозном сериале телеканала Fox TV «Повсюду ты» привлекательный актер сыграл роль молодого дизайнера интерьера Демира Эрендиль, который к тому же является партнером компании, в которой он работает. Под суровым и разумным взглядом Демира Эрендиля, который является харизматичным и строгим бизнесменом, скрывается страдательный молодой человек. Единственная цель в жизни Демира, который борется с травмами и ранами своего прошлого, это вернуть то, что он потерял, более успешно, чем его отец. Но как только судьба заставит его жить в том же доме, что и сумасшедшая девушка по имени Селин, его планы изменятся в одно мгновение. Сериал повествует про двух упрямцев, которые
по воле судьбы сняли один дом, став жертвами мошенничества, и никто из них не хочет съезжать и уступить. Словно этого было мало, они сталкиваются, и на одной работе он новый начальник, приехавший в компанию, где работает Селин. Роль Селин исполняет актриса Айбюке Пусат. На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.